Празднование Масленицы – добрая традиция во многих учебных заведениях. Исключением не стал и Калязинский колледж. Здесь несколько сотен студентов получают свое первое профессиональное образование. Чему учат и как отмечают праздники в учебном заведении – об этом в нашем следующем материале. Калязинскому колледжу 30 лет. Сегодня здесь обучается более 300 студентов, которые получают педагогическое образование. Это преподаватели начальных классов и физическая культура, воспитатели детского сада. Есть заочное отделение, есть дополнительное образование, то есть те, у кого уже есть специальность, могут получить переподготовку по разным направлениям в нашем колледже. В Калязинский колледж ежегодно поступают не только местные парни и девушки, он пользуется популярностью и у молодежи соседней Московской области. Так, Полина Чумбаева приехала в Калязин из Сергиевого Посада. Девушке понравилась образовательная база и условия проживания студентов. Всегда практику преподаватель делает какую-то очень интересную, это какие-то интерактивы, это всегда очень весело и здорово. Студенты живут очень насыщенной жизнью. Они ежегодно участвуют в различных мероприятиях как у себя в районе, так и на уровне области. В региональном конкурсе «Учитель, которого ждут» студенты учебного заведения трижды завоевывали первые места. Недавно студентка колледжа Елизавета Голосова прошла региональный отбор в номинации «Искусство воспитания» и будет представлять Тверскую область в составе сборной команды на 21-х молодежных дельфийских играх России, которые пройдут в апреле. Я создала электронную версию своего портфолио, в которую входили мои достижения за последние 2 года. И, кроме этого, мои методические наработки, программа по кружевоплетению. Кстати, в прошлом году Елизавета стала полуфиналисткой всероссийского конкурса «Большая перемена» и сейчас активно продвигает этот конкурс среди молодежи. В эти дни, когда повсюду проходят масленичные мероприятия, посиделки с блинами, студенты не остались в стороне и провели свое традиционное масленичное путешествие. Каждая группа устроила свой праздник в особом стиле с музыкальным оформлением и угощением для сокурсников и учителей. Будущие педагоги доказали, что умеют не только интересно организовывать мероприятия, но и приготовить вкусное угощение.